садике. Всем доброго утра. Начинаем. Отвезла детей в садик. И сейчас буду варить кашу. Нам с Иришкой на завтрак. Придется варить рисовую с молоком, потому что другой нету. Гришка, наверное, это все. Но будет рисовая молочная каша. Каша практически готова уже. Вот она, даже уже рисик разбух. Здесь наполовину молоко, наполовину вода. Пакетик ванильного сахара. Немножечко такого, буквально, наверное, столовая ложка обычного сахара. И рис. Пол чашечки чайной, маленькой. В общем, он вот так вот разбух. Я его-то поварила, он покипел, но еще оставила вот так под крышкой. Все набухло отлично. Так что сейчас буду накладывать, будем завтракать. Заюня приехала к нам, будет рисовать красками. Да, в комнату заходить не хочет. И рисует здесь красочками. Да, зайчик? Давайте, теперь сейчас морковку возьмет, будем варить супчик. Договорились? Морковку хочешь? Да. Ну, сейчас давай я почищу, хорошо? Да. Супчик готовится, уже мяско достала, все сюда добавила. Картошку, морковку, лук, посолила, поперчила. Будет суп у нас с рисом, несмотря на то, что рисовая каша. Я просто не уверена, что ее мы доедим, но посмотрим. Вот, супчик будет с рисом. И сейчас все это немножко поварится, потом добавлю рис. А сейчас пойдем делать с Григорием ката на улицу. Начинаем. Ты откуда? Оттуда? Григория ноги валят. У меня вчера еще и на резинках ножки. Ну хорошо, зайчик. Боже мой. Надо только пятницы, они не прошли. Да? Или я чувствую, взорвусь. Ой, ты взорвешься. Или они отвалятся. Угу. Что-то мы тут делаем. Стой, спокойно. Кто не может есть кашу без шоколада? Нет. Тот Гриша. Это как это между нами тарелки. Теперь я ем утром на завтрак не карамель, а кашу. Я отловлю кусок, чтобы стало мне сытней. Вот именно я и говорю, что сыночек ест кашу только с шоколадом, да? Больше ни с чем нет. Куда она еще? Дай мне шоколад еще. А это темный, кстати. Ирка этот, итальянский. Итальянцы. Да, итальянцы в России. Да, Григорий обедает. Сейчас я пошла уже начинать гладить вещи. Уже 11 часов, уже пора. Еще сегодня физкультура у тебя, да? На четверг. Так, а сейчас еще есть время, пока поскладываю вещи, чтобы потом было удобно все гладить. Так, Гришенька собирается. Бабушка с дедушкой его довезут до школы. До школы? Ну, они тебя докуда? До дома культуры довозят? Не хочу. Что ты не хочешь? Школу? Идти аж от дома культуры, аж до школы. Вообще 2 минуты идти не хочу, да. Вообще, вот секунду туда и обратно. Вообще не хочу. Секунда, это же такая трата времени. Так, давай, Григорий, ты опять начинаешь много говорить. Раз, два, мы уже... Сели мы, в общем, обедать. Даже не то, что сели. Я собралась обедать, Жени еще не было. Он как будто бы потерял телефон на работе. Ну, забыл просто на столе, но приехал домой без телефона. Боже, это паника. Если честно, у меня больше паника за то, что обычно
привязаны карточки. И даже не за то, что там много на них денег, а вообще за то, чтобы потом это все восстанавливать. И вот это вот все меня немножко всегда пугает. Но все нормально, нашелся телефон на работе, просто забыл. Вот сейчас собрались обедать, и у нас свет выключили. Так что будем сейчас генератор заводить, потому что он все равно должен тоже поработать. Зима же все-таки впереди, и свет явно будет выключать. Так, иду теперь на улицу сажать этот великомученный цветок. Так что сейчас у него будет буквально минут 15-20 в палисаднике. Там сыренько, как раз самое то сажать цветы. Так, вот эти цветочки великомученные. Сейчас буду их сажать. Ну, с ними, в принципе, они здесь в нормальном коме. Все сыро, корни не засохшие. Так что сейчас будем их пересаживать. Ну, там кое-какие сентябринки. Мне надо еще пересадить, чтобы их потом на это место посадить. Так, я сходила в душ. Наконец-то, без никого, никто мне не мешал. Посушила голову. Сейчас еду за Григорием. И мальчишек буду забирать попозже, потому что нам сегодня до тети Любы. Будем тренировать ката. Все это три мальчика. Роди. Ой, я закрыла камеру. Богдан и Григорий. Будем, в общем, еще раз ката тренировать. Там два ката. Тайкё Кюсанани и Тайкё Сансан. Как-то так называется. Честно, в японском я далеко не сильно. Вот. В общем, еду сейчас за Гришкой. Он уже позвонил. Соскочила и где ударилась. Где на физкультуре? На физкультуре. Ну что там, как сегодня денек прошел? Все хорошо? Музыка такая приятная. Слушаешь? Ну, давай тогда поехали сейчас на заправку. Будем сейчас ужинать. Дети еще в садике. Сейчас с Гришей покушаем и поедем до тети Любы, да? Детей заберем из садика. В общем, опять у нас рисовый суп. Редиска, майонез. Кексы. Опять 35. Это что-то такое, не знаю. Трубочки, паштет. В общем, курочка. Это сметана. И что это? Золотая лихорадка, да? Золото есть будем. Мы едем до кого? Да, он же знает, что мы едем до башки Любы, да? Что такое? Ты хотел 7, да? Мы сегодня идем с садика и темно. Большой разбег, да. Ноги, вот когда ты это, там нужно 2,5 ножки своих вот вымерили, раз, раз, и половиночку, раз, так. Вот, ну, вот так ты должен вставать. Только на соревнованиях так и нет. Нет, ну понятно, он же не будет читать, он просто уже, да, мышечно запомнит, как бы это. Давай. Гриша, стойка такая же должна же быть, да. Как вниз чуть-чуть? Нет, в живот. Нет, я имею в виду... Сейчас, смотри, тут, тут. Чуть, да, присядь, да. Вниз. Ти-ти-ти! Вот мальчики! Не отправляйте! Смотрите, нет. Не попытайте! Все, тихо, тихо! Тише, я еще отмашку не дала! Теперь опять зависла. А вот папуля уже принес балык.
Тут что мы попробуй хоть. А то мы хотели сегодня уже Любу угостить, но я просто подумала, как мы так сами не попробовав, будем угощать. Ну, через 2-3 часа посмотрим. Да, опять зависла. Ну что, нормально? Я просто не хочу сейчас на ночь. Не хочу, Зай. Ну, по соли нормально? Угу. Короче, можно уже есть, да? Конечно. С чаем, да? Картошкой. Так что, завтра пюрешку делаем? Угу. И квашеную капусту? Угу. И балык? Угу. Так что можно приглашать в гости, да? Ката у нас будем делать. У нас места мало. В общем, удался балык. Мы рады. Плохо сохнет там. Ну да, влажное очень. Не, ну заносить тогда можно сюда, да? В этот, ну, перед тем, как есть, на пару деньков, например, в этот. Как ты думаешь? Угу. В котельную тоже ты его не повесишь? Там-то пыль. Что это вы тут делаете? Марго сегодня ночует? Скажи. А по... Что, Маргарит, скажи. Мы там тупим. И Марго у нас сегодня ночует. Нет, Майка она. Сегодня ночует Марго, да? Да. Маленька. Да. Да. Сегодня канал «Зеленый человечек». Понятно? Нет, у нас канал Сибол, на сегодня канал Лягушат. Так, мы уже готовимся спать, да, сынок? Ты будешь спать? Афонь, ты опять расскажи, я так не буду тебя показывать. Ты балуешься опять. Нет, тогда мама... рассказывай, все хорошо. Лалала, апл, лалгу. Ты будешь спать? Давай стишок будем повторить, хочешь? Не хочешь, Афоне не нравится стишки учить, да? Почему тебе не нравится, сынок? А как же праздник мам будет? А нам. А нам. Вот, вот так вот и живем. Да, скоро будем уже спать ложиться, потому что папуля на Штроцкого смотрит. Боже, я даже не могу такого смотреть. Уже там пошла тема расстрелов. Для меня это просто дикий ужас. Не укладывается все в голове. Боже, сколько людей пострадало. Я в шоке, поэтому даже ушла, не смотрю. Не смотрю. Так вот. Вот. Ладно, наверное, будем уже прощаться, потому что пойдем, скорее всего, спать. Да, хотела еще, кстати, рассказать про Ката, про то, что мы потренировали Ката с Григорием, посмотрели. Зато на какие позиции, на руки, на ноги, на какие позы, как это сказать, на стойки нужно обратить внимание. Потому что до этого я вообще не обращала внимания на Ката в плане такого серьезного прямо восприятия. Из-за того, что ну как-то мы же его не сдавали. То есть Гриша как бы знал, как его делать, но на самом деле были такие нюансы, но они и есть, которые нам теперь нужно репетировать, чтобы эта мышечная память все запомнила и все сделала правильно. А вот эти вот два мальчика, Богдан и Родион, они заняли второе и третье место. Богдан третье место пока-то на вот этих варениковке, на первенстве. Первенстве. Забыла, как называется. А Родион второе место. Вот. 1,5 балла у них была разница, но это достаточно существенная разница. Вот, так что я вообще очень рада, что они заняли, если честно, потому что Ката это достаточно трудно. То есть бой тут как бы дерись, не дерись, да, кумите это называется. А Ката это вот эти вот танцы. Ну, то есть просто упражнения, что ли, приемы, даже не знаю, как назвать. В общем, теперь мы... Гриша тоже. Гриша в апреле этого года, если вы помните, в Динской сдавал Ката. Мы даже все не вышли с первого круга. Там два круга. Первый круг,
одно като, тайкё кусанани и тайкё сансан, второе като. В общем, второй круг делается, второе като. И никто даже не вышел. Но дети еще были недостаточно подготовлены. Сейчас все намного лучше. У них техника самого боя уже лучше. То есть руки-ноги лучше. И, в общем, Григорий решил, что в Ейске 26 ноября мы, кстати, пойдем в Ейск. Будем ката сдавать. Я очень этому рада, что Гришка наконец-то решился. Вот сказочка, Каня, а ты слушал? Молодец. А кто слушал? Ты. Молодец. Да? Спасибо большое. Теперь можно спать? Да. А я пока шла в компьютер.